Всем привет! Сегодня буду вязать такие тапочки. Для тапочек я использовала пряжу двух цветов, акрил 100%, 315 метров на 100 грамм и спицы номер 3,5. Тапочки вяжутся платочной вязкой и лицевой гладью. Тапочки вязать начинаю с боковин. Потом вяжется мысок, подошва, и сзади тапочки сшиваются, делается шов. На спице розовой ниткой набрала 87 петель. Первых 18 рядов буду вязать платочной вязкой. Лицевые и изнаночные ряды провязываем лицевыми петлями. Провязала 18 рядов платочной вязкой. Следующий ряд, первая петля кромочная, и провязываем 26 петель лицевыми петлями. Провязала 27 петель вместе с кромочной. На следующих 33 петлях буду вязать мысок тапочек. Мысок тапочек буду вязать белой ниткой. Белой ниткой провязываем лицевыми петлями 33 петли. Провязала 33 петли белой ниткой, разворачиваем, вяжем следующий ряд. Следующий ряд, первая петля кромочная и 22 петли провязываем изнаночными петлями. Мысок буду вязать лицевой гладью. Лицевые ряды буду провязывать лицевыми петлями, изнаночные и изнаночными. Провязала 23 петли вместе с кромочной. Следующие 2 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Разворачиваем работу. Вяжем 1 петля кромочная, 13 петель лицевых. И 2 петли вместе лицевой петлей. Разворачиваем работу. Следующий ряд. Первая петля кромочная. 13 петель изнаночными петлями провязываем. Следующие 2 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Разворачиваем работу. Следующий ряд. Первая петля кромочная. 13 петель лицевых. Следующие 2 петли провязываем вместе лицевой петлей. Разворачиваем работу. Первая петля кромочная. 13 петель изнаночных.
Следующие две петли провязываем вместе изнаночной петлей. Разворачиваем работу. Следующие 13 рядов буду вязать так, как вязала предыдущие ряды. Лицевые ряды вяжем кромочные, 13 петель лицевых и 2 петли вместе лицевой петлей. Изнаночные ряды провязываем кромочная петля, 13 петель изнаночных и в конце ряда 2 петли вместе изнаночной петлей. Так вяжем еще 13 рядов. Провязала еще 13 рядов мыска. Разворачиваем работу. Следующий ряд. Первая петля кромочная. И 14 петель провязываем изнаночными петлями. Разворачиваем работу. Дальше петли на левой спице, 42 петли провязываем розовой ниткой. До конца ряда вяжем розовой ниткой. Лицевыми петлями. Провязала до конца розовой ниткой лицевыми петлями. Следующие 5 рядов буду вязать платочной вязкой. Лицевые и изнаночные ряды буду провязывать лицевыми петлями. Все петли на спице провязываем платочной вязкой. Вяжем 5 рядов. Провязала 5 рядов платочной вязкой. Следующий ряд закрываем все петли. Но для начала закрыла первые 25 петель. Следующие 19 петель нам нужно выделить, так как на них будем продолжать вязать мысок. Для этого одеваем маркер. И закрываем все петли до конца ряда.
Закрыла все петли. Теперь на центральных 19 петлях нужно будет набрать 19 петель. Начинаем из места, там где закрепили маркер. Набираем белой ниткой 19 петель. Набрала 19 петель, и эти 19 петель буду провязывать 7 рядов лицевой гладью. Лицевые ряды провязываем лицевыми петлями, изнаночные ряды изнаночными петлями. Первая петля кромочная, и до конца ряда вяжем изнаночными петлями. Провязала первый ряд, второй ряд, первая петля кромочная, и до конца ряда вяжем лицевыми петлями. Итак, лицевой гладью продолжаем вязать еще 5 рядов. Провязала еще 5 рядов, закрываем все петли, мысок тапочек готов. Закрыла петли, мысок тапочек готов. Теперь буду вязать подошву. По нижнему краю вот так нужно набрать петли. Петли буду набирать розовой ниткой. Набрала по краю петли, у меня получилось 86 петель, и 3 ряда провязываем лицевыми петлями платочной вязкой. Все 86 петель провязываем платочной вязкой, 3 ряда. Провязала 3 ряда платочной вязкой. Дальше вяжем первая петля кромочная и провязываем 37 петель лицевыми петлями. Провязала 38 петель вместе с кромочной. На следующих 10 петлях буду вязать подошву. Подошву буду вязать платочной вязкой. Вяжем 9 петель лицевых.
Провязала 9 петель лицевых, следующие 2 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Провязала первый ряд. Второй ряд. Первая петля кромочная, 8 петель лицевых. Следующие 2 петли вместе лицевой петлей провязываем. Разворачиваем. Третий ряд. Первая петля кромочная. Следующие 8 петель провязываем лицевыми петлями. Следующие 2 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Провязала третий ряд. Четвертый ряд. Первая петля кромочная. 8 петель лицевых. Следующие 2 петли провязываем вместе лицевой петлей. Провязала 4 ряд. Дальше продолжаю вязать, так как вязала предыдущие ряды. Лицевые ряды провязываем кромочные, 8 петель лицевых. И 2 петли вместе изнаночной. Изнаночные ряды провязываем кромочные, 8 петель лицевых и 2 петли вместе лицевой петлей до тех пор, пока на спицах не останется 18 петель. На спицах у меня осталось 18 петель. Вяжем следующий ряд. Первая петля кромочная. 7 петель провязываем лицевыми петлями. Следующие 3 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Разворачиваем работу. Дальше первая петля кромочная. 6 петель лицевых. Следующие 3 петли провязываем вместе лицевой петлей. Разворачиваем. Следующий ряд. Первая петля кромочная. 5 петель лицевых. Следующие 3 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Дальше кромочная, 4 петли лицевые. Следующие 3 петли провязываем вместе лицевой петлей. Разворачиваем. Кромочная, 3 петли лицевые. Следующие 3 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Кромочная, 2 петли лицевые. Следующие 3 петли провязываем вместе лицевой петлей.
Следующий ряд кромочная, 1 петля лицевая. Следующие 3 петли провязываю вместе изнаночной петлей. Дальше кромочная и 3 петли провязываю вместе лицевой петлей. Так, на спице у меня осталось 2 петли. Провязываем их вместе изнаночной петлей. Провязала подошву. Так, осталось только сшить сзади тапочек. Вворачиваем на изнаночную сторону и сшиваем. Сшила сзади. Вот такие тапочки у меня получились.